Накануне, в день поминовения для родственников усопших, выезд на кладбище в зонах отчуждения и отселения будет разрешен без пропусков, однако с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Пребывание в эти дни разрешено здесь до 17 часов. Просьба обратить внимание на то, что кладбище расположено на территории Хойницкого, Брагинского и Наровлянского районов, одновременно относится и к пограничной зоне. Поэтому при въезде в пограничную зону необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и квитанцию об уплате государственной госпошлины. Без уплаты пошлины пребывание и передвижение в пограничной зоне будут разрешены при наличии справки о проживании или подтверждающей расположение захоронений родственников на территории, отнесенной к пограничной зоне.